Всем привет, чуваки, с вами Хоббит, вы смотрите очередной влог. Мы все по-прежнему в Ростове, гуляем. Сегодня выходные, и мы решили записать для вас влог, потому что, ну, в другие моменты вообще никак не выходит, потому что мы все в работе. Работаем, а выходные нифига не совпадают. Да, вот, так что, короче, идемте. Идем с Алиской по главной улице Ростова, Буденновский проспект, вот. И сегодня у нас будет грандиозная, должна быть, по крайней мере, покупка. Вот. Как все знают уже, Алиске скоро день рождения. Вот. И сегодня мы пойдем ей покупать подарочек. Вот. Так что, короче, будем показывать вам в дальнейшем, что у нас будет и как. А сейчас мы идем в Сбербанк, чтобы снять денежку и пойти поесть ростовского хот-дога. Они у них просто огромные, реально. Я вам покажу, короче. Все, направляемся в Сбербанк. Ну что, оприходовали мы два вкуснейших изобретения Ростова. Алиска скушала хот-дог в лаваше, короче. Ну там, блин, там реально шаурма. Ну, да. Вот, а я, вы видели, художище просто реально. Вот, его безумно много всего туда поналожили и очень трудно есть. Вот, так что вот такие вот дела. Сейчас идем. Луна такая огромная. Да, она запеченная вообще. Ну ладно, все, не будем, короче, о еде. Если вы голодные, идите покушайте. А если вы покушали, то приятного вам переваривания. Выходим мы с Алиской на сквер Соборной площади или что-то такое, короче. В общем, перед нами прекрасные украшения тут, которые будут ночью светиться. Давай фотик. Вот, и здесь вот собор впереди. Никто не знает, что вот это вот за сооружение в виде круга вокруг этой елки. Да, сейчас оно покажем. Оно ночью не горит. И для чего оно вообще, непонятно. Да, короче, что-то намудрили, короче, ростовчане. Вот. Так что, короче, ну, типа, короче, под под Сочи закосили, типа, кольца олимпийские. Ну, как-то странно, правда. Вокруг елки эти кольца. Чего они делают, непонятно. Думали, ночью будет светиться, типа, нифига красиво. Нифига не светится. Но они не светятся. Вот, да. Так что, короче, сейчас идем мы на троллейбус. Вот. И прямиком в торговый центр «Горизонт», где H2O, знаменитый аквапарк Ростова. Надо было крытый. Как-нибудь сходить. Да, по-любому сходим. Ну что, доперли мы до «Горизонта» и заходим в этот торговый центр. Вот так вот он выглядит. Ну, крутяцкий, Да, как гостиница. Крутяцкий. В общем, короче, дальше идем. И будем вам показывать, что здесь вообще есть и что мы хотим купить. Ну что, друзья, вышли мы из рестора, как вы поняли уже, и купили мы Алиске iPhone розовый. Вот, домой придем, все покажем, все расскажем. В общем, ребят, я очень огорчен рестором. Да. Я безумно огорчен рестором. Мы хотели купить iPhone в рассрочку. Хотели купить рассрочку на 12 месяцев. Нигде официальной информации о том, что Рестор только продает по 6-месячной рассрочке, нету. В итоге мы пошли, нам одобрил банк. Консультант об этом тоже ни слова не сказал. Да, в общем, короче, нам одобрил банк полностью. Мы пришли уже с одобренной рассрочкой на кассу, и нам сказали о том, что вы не можете купить. Кредит есть, телефона нет.
Покупки нет. То есть в итоге мы остались, грубо говоря, с голой жопой. Вот. Ну, естественно, мы вернулись туда, где нам оформляли, и все-таки аннулировали, да, с горем и пополам, короче. Но в итоге нету айфона, нету кредита, ничего нету. И мы приняли с Алиской решение о том, что, ну, как так, день рождения есть, подарка нету. В общем, пришли, вернулись в рестор опять и уже оформили кредит. Ребята, торговый центр «Горизонт», город Ростов, консультанты не умеют работать. Если кто-либо слышит или видит это с рестора, руководители, прошу обратить внимание на данный магазин. Это официальное заявление от меня. Если у кого какие были либо ситуации такие, прошу написать в комментариях. Но мы двигаемся дальше. Ну что, друзья, мы уже в центре, и как все знают, как только ты купил iPhone, обнови сим-карту. Идем с Алиской обновлять сим-карту. Вот, и как мы и говорили о том, что вечером шары ни хрена не горят. Вот, смотрите, все подсвечивается. А эти кругляшки, они не горят. Причем внутри у них есть фонарики, мы когда близко посмотрели, есть. Да, а внутри не горят, и вообще они не горят. Вот такие-то вот дела. Печалька. Идем обновлять сим-карту. Ну я не могу уже третий раз, ну это вообще не искренне. Ну что, мы наконец-таки приехали домой. Вот он, мой долгожданный Фошенька. Я так долго его ждала и так долго его хотела. Ну что, начнем распаковывать? Ну что, вот она, коробочка айфона розового на 16 гигабайт, Rose Gold iPhone SE. Правильно называется SE. И никаких не 5, ничего, только SE. Давайте раскроем наш iPhone, не будем разглагольствовать и устраивать вот эти всякие огромнейшие распаковки, посмотрим просто на него. Блин, он крутой. Мы пленочку уже содрали заранее, вот, поэтому, ну блин, ну он круто. Яблочко здесь уже такое, не такое, как в 5S, здесь именно такое оно литое и вставное. Блин, ну он крутой, крутой. Он розовенький. Да, он розовенький. SE, SE, это круто. Вот он 6S в корпусе 5S. Еее! Мы его наконец-таки авторизовали, все сделали. Магия монтажа, вот он уже прекрасный iPhone, восстановленный из iCloud. В общем, все, все. Все отлично, у нас есть розовый iPhone. Ну что, на сегодня все. Оставляй обязательно комментарий и подписывайся на мой инстаграм. Пока!